Китайцы используют соевый соус для приготовления бурнины из говядины. Мясо получается сочным, насыщенным ароматом. Как можно идеально сочетать соевый соус и специи? Вам нужно только знать этот совет. Давайте начнем. Бурнина из говядины часто появляется на столе в важные дни, такие как свадьбы или Новый год в Китае. Надеюсь, что вы также сможете приготовить идеальную бурнину по этому рецепту. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить рецепт. Всем хорошего аппетита! Пока-пока!